Добрый день, уважаемые отдыхающие. Приехали мы в Паттайю, Таиланд. Вот в такое здание заселились. Вернее, еще не заселились, сейчас заселимся. Называется комплекс Ривьера. По интернету нашли, забронировали. И очень понравилось. Вот первое, что видим, фасад. Красиво оформлено. Рядышком два магазина Family Mart. Вообще вышел за углом. Также проезжали. И с правой стороны, откуда выезжали, там еще магазин Family Mart. Маленький Lotus. И также 7-Eleven. Ривьера Вангамат. Адрес на Клуа 16. Красивая территория. Сейчас оформляют у нас пропуск, ключ, чтобы мы могли зайти. И пойдем заселимся. Охрана ходит. Здесь парковка. Подземная парковка, можно мопеды, фонтан. Вся территория в зелени, и это не отель, это жилой комплекс. Люди сдают свои квартиры. Мы на 2 недели сняли квартиру. Ох, по-нашему это студия. Стоимость на момент проживания у нас вышла за 2 недели 36 тысяч рублей. Она меняется. Это один бассейн. Здесь же лежаки есть, есть душ. Здесь еще лежаки, водопад. Там еще вон грот с водопадом. Поднимемся наверх, а потом пройдемся снизу. О, здесь такой уединенный уголок. У нас квартира в башне А, вот наверху, где козырек, на 23 этаже, там находится бассейн. И рядом это башня Б, у них тоже есть бассейн, но у них повыше, у них, по-моему, 25 или 26 этаж. Друзья у нас сейчас заселятся и пройдемся в башне Б, тоже поснимаю. И то, что радует, что ты свободен в выборе. Это не отель. Сам себе хозяин. И по деньгам выходит гораздо дешевле, чем покупать тур. Хотя есть свои плюсы, есть свои минусы. Нужно самостоятельно за собой наводить порядок. Но это опять же, нам это не трудно. Зато все свое.
И ты можешь это сделать независимо от туроператора, все спланировать. Также вот снизу шезлонги стоят в тени, можно присесть, там вот столики, здесь же туалеты. О, теннисный стол есть, замечательно. Даже два теннисных стола. Люди чистят, убирают. Приятно. Да, проживание, я думаю, недешево обходится в таких комплексах. Но оно того стоит. У тебя чистота и порядок. Маленькая Сицилия, мелкий бассейн переходит в другой бассейн. И вот бассейн со второй стороны. Также вокруг здания интересное растение. А, оно подвязано. Я думал, на дереве растет что-то. Лежак такой. Территория огорожена, охраняется. Здесь же три горочки детских есть. И вот в башне Би тоже бассейн наверху. В каждой башне есть свой спортзал. Туда мы тоже пройдем, посмотрим, что есть в спортзалах. Мне нравится. Не зря мы решились на самостоятельный отдых. С питанием в Таиланде мы не первый раз, поэтому питание нас как-то вообще не беспокоит. Знаем, что здесь поесть можно на каждом углу. Раньше в Макашницах не ели, сейчас свободно едим в Макашницах. Там что-то есть. Пройдемся, посмотрим. Kids Club, детский клуб.
бильярдный стол, клубхаус. Точно, бильярдный стол. Надо поинтересоваться, где взять ки можно. Бильярд поиграем. Посидеть здесь можно. А это детский клуб. Для самых маленьких. И маленькие могут здесь поиграться. Кондиционеры есть. Аж два кондиционера. О, здесь тоже два кондиционера. Отлично. Красиво все оформлено. Очень здорово. Водопад по стенке. Все, нам дали пропуска. Поднимаемся. Посмотрим наш номер. Нашу квартиру. До моря здесь недалеко. Буквально метров, может быть, 200-300. Даже 300 нету. Замечательно. Замечательно. Здесь можно посидеть. О, качеля какая большая. Тут и вечером спокойненько посидеть и не жук какой большой. Фонтан при входе. Еще и с подсветкой. Посмотрим, как будет вечером светить. Это вот вахта, откуда мы зашли. А, там возле башни Би тоже бассейн, фонтан есть. Бассейном назвал. Фонтан. Мне нравится. Здесь, чтобы зайти, нужно пропуск приложить. Здесь сейф. Кресло красивое, люстры красивые. О, какие светильники. Вот так оформлен холл. И лифт. Чтобы уехать, нужно приложить ключ. И лифт ездит довольно-таки быстро. Так, а давайте мы на 23 этаж проедем.
сначала сходим, посмотрим номер на 21 этаже. Чистый, ухоженный коридор. Расположение по номерам. Две пожарных лестницы. Заселились мы вот в такую квартиру. Приехали самостоятельно, без путевки, купили билеты. Ну, как я и говорил, это уже в начале. И через сайт Airbnb сняли квартиру однокомнатную. Здесь сразу есть и посуда, и принадлежности. Холодильник. Все чистенько. Комната небольшая. Я завесил шторкой. Здесь вот такое окно в душевую и в туалет. Но самое потрясное — это вид. Вот такой вот замечательный вид с 21 этажа. Внизу бассейн, наверху на 23 этаже вот он козырек, это бассейн. Еще мы туда поднимемся сейчас